в этой серии 1-1, как мне сказали. Первую если выиграл 3-0, вторую проиграл. 10-3, что 10-2. Но больше всего меня разочаровало, когда я вдруг неожиданно, я все время долго думал, с чем связана непонятная игра Шарстов команды ГПУ, который Макалец? Годами не может сделать даблплей. Макалец? Ну, вроде все может. Потом он демонстрировал чудеса рейнджи. Чего-чего? Потом я наконец сказал...